Ну что ж, нужно хорошо подкрепиться, поэтому два дольче. Ну, я могу съесть один и половинку. Почему? Потому что обедать я буду очень поздно, так как работаю, и мне бывает некогда. Бывает даже я обедаю в 5 часов вечера. Ну, вот так вот некогда бегаю с клиентами, с вами. Очень красиво оформлен аутлет, просто прелестно. Я вам еще, ну, по возможности покажу, конечно, побольше. Это я сейчас в помещении сижу. Вот такой вот капучинко, дольче с фисташковым кремом и с помадкой какой-то сверху. И это с кремом, крем рисовый какой-то, очень вкусный. Ну что ж, мне приятного аппетита, а с вами, клиенты, мы увидимся позже. Вот он я, всем приветик. Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие и любимые зрители. С вами Регина из Италии, из прекрасной Флоренции. Сегодня в аутлете The Mole и буду делать немножко съемки по возможности и работать с клиентами. Я сейчас хочу зайти в Moncler и сделать фотографии. У этого бренда нельзя делать видео и нельзя покупать онлайн. И WhatsApp-сервис тоже нет, чтобы спросить, есть размер или нет. Вот то, что я отфотографировала, когда я в аутлете, вы можете воспользоваться и заказать. Потому что я предупреждаю заранее, что я еду в аутлет в моей группе Telegram. Все те люди, которые подписаны в моей группе Telegram, это знают. Да, конечно, подписывайтесь в мою группу Telegram, если вы не подписаны, потому что все, что я снимаю, публикую в моей группе Telegram, а потом уже на YouTube. Но YouTube все выходит поздно и не актуально, возможно, поэтому подписывайтесь в мою группу. Заказы принимаю только на WhatsApp, в группе Telegram. Не пишите никаких вопросов по поводу заказов, дабы избежать мошенников, потому что мошенники дублируют мой Telegram и могут вести переписки и обманывать людей. Поэтому номер WhatsApp в описании под видео, либо в закрепленном комментарии. Все, жду ваших заказов.
Ну что ж, дорогие мои зрители, на этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи и пока-пока. Подписывайтесь на мой YouTube и на мой Telegram в группу. Это важнее.